Всем привет! Сегодня 16 декабря. Декабря, не ноября. А то меня постоянно поправляет. И сейчас время 11 час. На улице, видимо, небольшой морозец. Смотрите, у нас уже сухой абсолютно асфальт. И знаете, как весной выгребает все абсолютно, абсолютно чистые вот палисадники, назову это так, возле домов. Вчера вечером иду, когда со СДЭКа шла, и уже был 16:04, а наш дворник, суббота, а он все греб и греб и греб. И говорю: Наташа, ты что, это выходной день и работаешь? Говорит: а кто же будет работать? Говорит: не уберу, сейчас снег опять ляжет, опять, говорит, еще хуже будет. Говорит, пока не расквасилась листва совсем, надо, говорит, убрать. Вот, я сейчас пойду к Любочке. Мне нужно закончить со своим пледом. Надо, чтобы она окончательно там подкладу довела до ума. Вот, и может быть на днях уже я отправлю посылочку, чтобы к Новому году дочь получила ее от меня. Ну и заодно пуловер. Спасибо вам всем, что вы пишете комментарии, что вам нравится то, что я вижу. И очень много получила положительных комментариев по поводу пледа, по поводу пуловера. Многие сразу захотели связать такой же пуловер. Я готовлю мастер-класс. Он такой экспресс-мастер-класс, не попетельно, но расскажу в общих чертах, как я его вязала. Вчера начала снимать, но меня перебили. Теперь мне нужно по новой просмотреть, что я там сняла, и продолжить, чтобы довести его до ума. Ну, я думаю, что в ближайший день-два я выставлю уже. Ветер. Сегодня у нас ветер на улице. Я сегодня что-то опять в 6:00 проснулась. Не могла больше спать. Села и начала вязать шапочку. Почти связала шапку косами. Вот. И смотрела сериал. И прям не могу. Спать хочу. Это где-то было в 9:00. Уже я выставила свое видео о ваших замечательных работах. Вот, и чувствую, хочу спать, не могу. Ну, думаю, что я себе буду мучить. Пошла, легла. И знаете, прям провалилась сразу. Ну, поспала совсем, там, я не знаю, может, минут 5 соседи где-то с какой-то стороны. Бабах, что-то где-то хлопнули. Ну, я подскочила на кровати. Естественно, какой там уже сон. Вот, сейчас стала, после этого встала, попила чаечек. И думаю, надо же мне идти. Идти мне надо. Туда. Надо работой заниматься. Нечего баклуша бить. Покой нам только снится. Я желаю всем вам хороших выходных, хорошего дня, хорошего настроения, легких петелек. Я с вами еще пока не прощаюсь. Мы еще с вами еще встретимся сегодня. Пришла к Любочке. Любочка, поздоровайся с моими подписчиками. Привет. Всем привет. Всем привет. Я не поняла. Она вся в работе, даже не поворачивается, не уделяет мне внимания. Принесла из дома такую красивую елочку. У нее Новый год. Здесь вот гирлянды. Ну, там вот тоже девочки повесили. Мои салфетки висят. Вот сижу и думаю, зачем я к ней пришла. Время потратить некогда было. Надо было позвонить, узнать, есть ли у нее время или нет. А я вот пришла и сидю. Пойду сейчас домой. Говорю ей, говорю, собраться к тебе прийти — целая проблема. Потом от тебя целая проблема. Она говорит: что? Говорит: да на 5-й этаж подниматься. Так что везде у них уже он такой Новый год, шишки висят, снежинки поукрашали.
Там вот часы продаются, спрашиваю, кто-нибудь такие часы покупает? Говорит, еще как покупают. Там вот целый огромный отдел часов всяких разных. Ладно, буду собираться домой. Итак, мои хорошие, я когда пошла к Любочке, меня там увидели и заказали мне шапку. Увидели мою шапульку, как я связала, и попросили, чтобы я связала шапку. Вот, я вот связала такую шапочку на одном дыхании, с такой вот красивой макушечкой. Но макушечка еще может быть не такая. Почему? Потому что я как бы предложу завтра вот такой помпон. Как же ж мне это все показать-то? Вот. Помпон вот такой будет. Сейчас я, наверное, сниму ее. Вот такая шапулечка с вот таким вот помпоном. Помпон этот завязывается. Никак неудобно показать. Ну вот такая. Она идет где-то на размер 55-56. Вот. Я на 57 размер на себя мерила. У меня тоже на мою голову налазит, но вообще вот так вот в растянутом виде. У девушки, которую я вяжу, у нее 55 размер. И я думаю, что у нее на голове вот 55 размер как раз у моего манекена. И я как бы, когда связала, померила на манекен, получается, что на нее, на него, на этот манекен как раз, вот видите, и косы не растягиваются так, как, допустим, на моей голове. И в принципе носить можно как вот шапочка тыковка, да, только косами связанная, да. А можно поглубже ее натянуть, да, и тогда с помпоном. Вот с помпоном. Ну, естественно, из-за помпона цена увеличится, поэтому я не знаю. Предложу, а там пускай смотрят, как они хотят. Вот. Так что получается с 2 часов, сейчас 6 часов, я связала шапочку. Никак не показать во всей красе. Ну ладно, пусть будет так. Вот, что еще хотела я рассказать. Я же вчера, когда приехала с Дека, распечатала посылочку, никак не могла понять, что в этой посылке. Ну, а я опять к вам с очередным подарком, который я вообще не ожидала. И у меня еще не улеглись эмоции от предыдущей посылочки, которую я сегодня утром получила. И в час дня пришла смс-ка о том, что меня ожидает еще одна посылка. И так как СДЭК работает до 4 часов, я быстренько побежала и получила. И вот смотрите, она вообще без каких-то опознавательных знаков. Я даже не знаю, от кого эта посылка примерно, я догадываюсь, но даже это не факт. Это не факт, что это посылка от того, на кого я думаю. Здесь
здесь вот такая картонка. Вот что тут? Вот что тут? У меня такое замирание сердца, вы не представляете. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, здесь, по-моему, есть еще что-то. Все, я теперь знаю, от кого это. Посылка от Дианы. Вообще не от того человека, на которого я думала. Диана из Подмосковья. Что же тут такое интересно? Вообще, как оно тут раскрывается, непонятно. Вау! О, девочки! Девочки, у меня сейчас сердце выпрыгнет из груди. Я просто в шоке. Я просто в шоке. И когда я раскрыла, то увидела такую красоту, от которой у меня захватило просто дух. И хочу сказать, что подписчица, которая прислала мне эту посылку, она сказала, чтобы я ее не рекламировала. Назовут ее Диана, ну и больше я не буду ничего говорить о ней. То есть, как бы она сказала, что это новогодний подарок, и она извиняется за то, что долго его не отправляла, но как бы это к лучшему, потому что получилось, как бы, что это новогодний подарок. И вот она мне прислала двое спиц. Одни на 120 сантиметров, тройка. И это кубические, опять кубические, такие деревянные. Ну, надеюсь, что эти деревянные не сломаются, как те, которые я покупала. И кубический рояль. И здесь у нас 80 сантиметров. Вы знаете, я как бы выписывала 4,5 у меня такие спицы. Я от них без ума. А вы можете представить, какая моя радость от того, что у меня практически весь набор спиц сейчас есть. Размерный ряд. Дальше у нас получается четвертка вот кубическая, да, и четверка тоже рояль. И тоже это деревянные кубические. Вот. А дальше идет 3,25, 3,5. И получается у меня четверка. Рояль. Это все рояль. Вот 3 тоже рояль. То есть 3, 3,25, 3,5, 4. 4,5 это покупала я. И 5. Представляете? У меня полностью набор этих спиц. Я теперь счастлива. Вы не представляете, как я счастлива. Я уже огромное спасибо отписала вчера, сегодня опять писала. Я просто не верю в свое счастье из-за этих спиц. Вы не представляете, как. И у меня теперь получается набор спиц Ади, мне прислала моя подписчица тоже Светлана с Питера. И теперь получается, она помимо того, что она спицы, она еще и крючки мне шикарные прислала.
тоже от Ади. А теперь у меня еще набор Knit Pro. Я вообще собиралась после Нового года себе выписать в подарок какие-то спицы. Тоже очень долго сидела в интернете, Сьюшоп смотрела, или как, не знаю, правильно называю я или нет, Наташа Брыжина мне скидывала ссылочку на этот сайт, говорила, что там очень много, выбор большой спиц, единственная пересылка дорогая. Ну и я как бы там облизывалась, там каких только нет спиц. И мне разрекламировали спицы Тулип. Японские спицы мне сказали, что это, что у них там, в общем, супер-мупер, растамупер, что и они лучше, чем Чагу. И я как бы для себя решила, что я выпишу себе такие спицы. Ну, конечно же, после того, как мне вот такую красоту прислали, я, конечно, выписывать теперь ничего не буду. А то, что я запланировала сумму, которую я хотела выделить на спицы, я употреблю куда-то в другое место. Я найду себе, вернее, найду им, куда их употребить. Девочки, я уже который раз говорила и говорю, я вот просто не могу передать все те эмоции, которые я вот испытываю, когда я получаю посылки. У меня, если честно, вот до сих пор трясутся руки от того, что я вот со вчерашнего вечера, они у меня лежат, я прохожу мимо, как бы уже всем похвасталась, кому только могла, и до сих пор вот я, у меня, вот смотрите, лежит мыло. Мыло до сих пор лежит. Это письмо мне прислала подписчица. И оно тут лежит. Та, которая прислала спицы. Она там поздравляет с Новым годом меня. Говорит, что там болела. Детки у нее болеют. И поэтому ну, как бы задержалась с посылкой. Ну, вот. Так что я не зря говорила, что у каждого свои проблемы, поэтому я не прекрасно понимаю. Вот, и поэтому вот, как обычно, вот я всегда так делаю, пока я не насыщусь, вот, знаете, я еще удивляюсь, что я до сих пор как-то удержала, но это потому, что шапка у меня была на заказе, и я хотела доделать плед, пошла к Любочке, она там была очень сильно занята, у нее что-то привалило работы много, ничего мы с пледом не сделали, но хорошо, что я туда пошла, как видите, вот заказик у меня подкатил, скажем так, и я планировала связать какие-то образцы этими спицами, ну вот сейчас вечером свяжу. Обязательно свяжу что-то, попробую спицы, попробую тройку, как вяжет, вот эти, как вяжут эти спицы. Я много отзывов слышала. Я слышала Альбина, вяжу спицами и не только вяжу. Все вяжу Надежда, вот они тоже говорили, что это очень хорошие спицы. Вот. И я когда тоже выписала... Вот Альбина выписывала, там тоже ссылку оставляла у себя под видео, и я туда же как бы обратилась в этот интернет-магазин. Но там уже выбора не было, я вот выписала 4,5. И кубические выписывала я, кубические на тройку 40 сантиметров вязать шапки. Вот. А теперь я говорю же, я просто счастлива. Просто счастлива. У меня прямо вообще теперь спиц. Вяжи да вяжи. И у меня теперь, как говорится, головной боли нет. Я довязала, как я уже говорила, рукава на своем кардиганчике.
Вот. И сегодня я практически не вязала, ну да не практически, а не вязала, потому что, говорю же, с утра я занималась там немножко своими делами, потом пошла к Любочке, но за вчера я вот связала, видите, сколько? Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 рядов я связала. Ну, при учете того, что здесь у меня 170 в ширину, 170 сантиметров, то 6 рядов не так уж и мало. Вот эти спицы тоже, это спицы Ади, пятерка. Нет, это четверка. Я тоже очень сильно люблю. Это я, если вы помните, если вы со мной смотрите мои влоги, я когда ездила к дочери, я сама их покупала, эти спицы. У меня тройка, четверка и вот пятерка, такие спицы. И я тоже очень довольна ими. Я очень ими довольна. Поэтому вот как бы с практической стороны я их уже проверила, и они у меня, можно сказать, уже почти, да не почти, а год они уже у меня. Вот, и я уже столько вещей на них связала, поэтому я могу с полной ответственностью сказать, что эти спицы очень хорошие. Но опять же, это для тех, кто любит острые кончики. Меня эти острые кончики никак не напрягает, но я слышала, что некоторые говорят, что накалывают, ну, те, наверное, кто туго вяжет. Я не вяжу туго, поэтому меня абсолютно устраивают они. И мне доставляет большое удовольствие вязать ими. Вот, ну, а таких особо больше новостей у меня пока нет. Вот, сейчас я выгружу это видео и буду продолжать вязать свой кардиган. Я никак не могу налюбоваться своими помпончиками. Вот. Вчера выбирала пряжу для того, чтобы начать вязать шапку-шлем для малыша. И никак не могу цвет подобрать. Мне они скинули фотографию комбинезона. И там вот желательно бы зеленый цвет. Но что-то у меня зелени практически нет. Там превалирует зеленый цвет в этом комбинезончике. И как я не... Он у меня есть. И несколько вариантов этого зеленого цвета, но он не подходит к тому тону, который именно на комбинезончике. И вот я, у меня теперь дилемма. С чего же вязать? С чего же вязать? Если бы видели вы, что у меня вчера тут творилось, я все, что можно и нельзя, у себя перерыла. Но хочу сказать, что я не складывала пряжу. Засунула ее просто обратно и все. Не раскладывала, не складывала. А надо выбрать в один из дней и все хорошенечко сложить. И, может быть, я даже сниму видео о своих нынешних запасах, о тех запасах, которые я сама покупала, что у меня осталось. И о тех запасах, которые уже у меня на сегодняшний день пополнились с помощью моих подписчиков. Вот. Но не обещаю точно, потому что у меня катастрофически, как всегда, не хватает времени. Я в авральном режиме вяжу с утра до вечера, несмотря ни на что, несмотря ни на свою болезнь, ни на что. Вот. И хочу до Нового года довязать свой кардиган, вот этот вот синий. И, возможно, еще я довяжу свою тунику леди. Там осталось довязать один рукав. И с одной стороны кажется, ну что такое довязать один рукав, да? Но это ж надо сесть и довязать. Ай, вы не представляете, какие запахи у меня здесь стоят. Ой, как вкусно пахнет. Ладно, на этом я буду свой такой небольшой влог заканчивать.
Я, как всегда, вам желаю легких петелек, хорошего настроения, здоровья, самое главное, в наше зимнее время. Опять же, повторяюсь, многие мне пишут, что они болеют сейчас. Я желаю вам всем выздоровления, кто сейчас болеет. Нам некогда болеть, девочки, вязальщицы, нам болеть некогда. Вот, и я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.